Так, сегодня в работе вот такой вот Юпитер. По шильдику 91 год. Мотоцикл комплектный, есть коляска. Пробег 1000 километров на спидометре, очень даже похоже. Без колхоза, проводка здесь не тронута, все родное. Единственный мотоцикл долго стоял, по-моему, даже неизвестно сколько. Сейчас будем оживлять вот этот окислый. Попадала вода, разберем карбюратор, посмотрим, отстроим зажигание. И надо в поршневую заглянуть, не попала ли туда вода во время стоянки. Все, поехали. Так, продолжаем. Есть проблема с искрообразованием на левом цилиндре. Заводить я еще пока ничего не пробовал, просто так разводкой кулачка видно, что через раз бьет искра. Ну, снял контакты, сейчас разбираемся. Таким образом мотоцикл работал через такт, правый цилиндр отказывал периодически, искра есть, все нормально, но я так понимаю, когда свеча находится в цилиндре под давлением, начинаются пропуски. Попробовал поменять местами бобины, получилась в левом цилиндре такая проблема, то есть была именно проблема с катушкой. Левый цилиндр, который исправно работал, там как раз бобина стояла уже моя, которую я привез с собой. То есть такая запасная проверочная. Ну, далее попытки запускать. Бобина стала больше греться, вот эта, в котором цилиндр отказывал, и полностью прекратила свою работу. С заказчиком договорились, что он купит бобины и попробует сам поменять, потому что причина, по сути, была определена. То есть это проблема с бобинами. При переставлении ее слева направо цилиндр, соответственно, другой цилиндр начинал исправно работать. Ну, на этом как бы первый день работы был закончен. Далее владелец уже на другой день уже сам привез мотоцикл, и мы у меня на моем рабочем месте разбирались, в чем причина. Те рекомендации, которые я оставил для него, он их все прекрасно выполнил. Купил запасные бобины, я еще раз отстроил полностью зажигание, поставил новые бобины, и мотоцикл стал работать вот таким вот образом. Смотрите. Вот так, чтобы целиком мотоцикл в кадре был.